О вопросах, касающихся работы администрации города, от заместителя главы Сергея Козлова и кадровых изменениях за прошедшую неделю. 8 декабря 2015 года по инициативе работника расторгнут трудовой договор с заместителем главы муниципального образования город Курултанапа Яровой Светланой Владимировной. Также 8 декабря на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения Центра развития и оказания курортных услуг муниципального образования назначен Муханин Сергей Алексеевич. О социальных акциях рассказала Людмила Мурашова. 400 новогодних подарков собрали в эти дни в Анапе для детей из Луганска и Донецка. Спасибо хочу сказать Делучу, управлению образования, здравоохранения и управлению социальной защиты населения. Хочется отдельно поблагодарить водоканал и центр занятости, потому что они тоже, пусть не в таком большом количестве, но проявили неравнодушное отношение к этим детям. Впрочем, к анапским детям с особенной теплотой. Почти 25 тысяч подарков от главы города-курорта к Новому году получат наши детсадовцы и школьники младших классов. Кроме того, работа идет с малоимущими семьями. Готовятся традиционные акции, например, «Елка желаний». К не менее серьезным вопросам перешел заместитель главы Владимир Забураев. Отключение электроэнергии плановых и аварийных все меньше, а вот жалобы на отсутствие информации о проводимых работах и бросающих трубку диспетчеров ресурсоснабжающих предприятий остаются. Глава Анапы Сергей Сергеев дает поручение обозначить для каждого сельского округа ответственного от районных и городских электросетей и давать людям разъяснения о причинах проблем со светом и сроках восстановления. Поверьте, особенно в сельских населенных пунктах Анапы, люди настолько терпеливы, если ваш специалист приедет, в конце-то концов, давайте шаг вперед сделаем. И если мы будем рассказывать, вопросов нет. Даже если это экстренные работы, мы видим, что вот, если мы не сделаем в течение суток, бывает и такое. Ну давайте рассказывать. Мы повторим телефоны диспетчерских служб. Городские электросети 549-14 и 320-16. Районные электросети 542-22 и 303-92.